Всем привет, ребята! Вы на канале Odds Life, с вами я, создатель данной группы, и со мной юный редактор. По имени Кофа. Да. И сегодня она забирает у меня хомячка, так как я переезжаю. И сейчас мы идем в зоомагазин закупаться для хомячка товаром. Да. Так что погнали! Нестандартным способом, это просто супер. Она нам просто лень переходить, делать повороты, да? Угу. Поэтому мы через магазин. Давай что-нибудь сопрём. Либрес хочешь? Вон, смотри, по скидке. Я людей сейчас чуть не сбил. Пришли в зоомагазин Лемур. Лямур. Лямур, Лемур, какая разница. Вот так вот. Большая. Пёсики. Привет. Ой, у вас воды нету. Извини, пожалуйста, а кто воду песикам наливает, у них воды нету? Они наливают, не чай. Ну, керамическую миску можно, они не смогут ее пролить. Понятно. В зоомагазин плевать на то, что собака нуждается в многом-многом количестве жидкости. Причем постоянно. Да. Но если вы видите такую ситуацию, не бойтесь говорить, потому что это надо. О, для Баффи. Не, мало для Баффи будет. А, я же Баффи уже сдал. В общем, погнали выбирать. И начнем с мисочек. Тут выбор. А, ну да, тут они подешевле, кстати, не 200. Ну, вообще, выбирай. Вот эта такая более глубокая, но получше. А какой лучше вообще, да, глубокую, не глубокую? Ну вот у меня стоит вот такая, то есть она и не совсем глубокая, но и не совсем низкая. Mm. Вот так смотри, где она у тебя стоять будет. Если она будет стоять наверху домика, то можно брать такую. Если она будет стоять где стружка, то лучше брать такую. Mm. Вот. Потому что такой он может закопать. Mm. Вот смотри, какая там есть клёвая. А вот 155, смотри, какая. Вот это так поставить, смотри, круто. Mm. В общем, выбирай. Нам было рыженькое. С апельсинкой, да? Да. Ну, смотри, чтобы не было никаких сколов. Какая-то потертость. А, тут везде такое. Ну, выберу, где поменьше, вот потертость. Угу. Сколов вроде нет. Ну, значит, норм. Так, теперь поилка. Да, поилка. Вот это, кстати, тоже хорошие поилки. Вот эти. Угу. Так, внутри все. А он небольшой слишком? Нет. Вот это вот большая для джунгарика. Вот, а так можешь открыть, посмотреть. Она. Сейчас открою. Просто у меня не 80 рук. Так. Видишь, стандартная. Вообще практически никак не разбираюсь, особенно поилка большая, небольшая. Не, вообще первый раз слышу об этом. В общем, она вставляется вот в эту штуку, вот сюда, в дырочку, вот она. Ну да, вот это вот типа вот так вот? Да. Так наоборот. Без разницы. Ну да. Надо надавить, не бойся, не сломаешь. Кстати, тут есть туннели, но... Не такие же. И какие-то уже все вкусные. Там банан есть. Да, банан тут есть, это точно. Кстати, тут такой это большой выбор для гамаков-крыс. Вау. Прям разные-разные. Так, что мы берем? Ну, поехали.
но поилка, это понятно. Это чуть побольше, разницы в них нету. Собственно, вот такую вот мисочку. Такая же, как у меня в точь-точь. А сейчас убираем поилку. Ну, возьму такую, которую проверили. Хорошо. Так, погнали. Так, тут всякие вкусняшки, но тут ничего такого для... Вот, палочки. Кстати, палочки. О, ветки яблони, вот это хорошее. Хочешь? Нет. Это нельзя? Хомякам? Ну вот насчет этого лучше спрашивать, потому что я лично, я когда спрашивал, так мне говорили нет. Или лучше ветки орешника. Или вот это что? Ивовые ветки. О. Вот я сейчас достану, ты выбирай, какая лучше. У тебя есть разница? Ну эти более такие... Что? Ну, я не знаю, более большие. Ну, тут хомяку норм будет грызть? Ну, такие, не знаю, не для него, наверное, большие. Наверное, или вот эти, или вот эти. Вот эти, они более маленькие, более такие, ну, удобные. Mm. Вот это вот можно. Это корм добавлять. Ну, в Рокусе вот это вот есть, если что. То можешь сама покупать. Вот это тоже прикольно. С урожая. Ну, так я думаю, возьму вот эту. Так. Вот, кстати, песок. Вот это самый лучший. Вот. А он и стоит. Так что этот потом. Так, крафт, он липнет к шерсти. Ау. Так. Что тут у нас еще? Наполнитель, кстати. Тут нет такого. Вот это вот. Ребят, как думаете, такие хорошие или нет? Мы пока бы их брать, конечно, не будем. Просто пока что спрашиваем. Мы никуда не торопимся. Я кого там убью рюкзаком? Так. Переходим смотреть тут, что есть. Клеточки. Что такое? Вот это вот типа цирк. Жесть. Что-то мало всего стало, раньше намного больше было. Вот, короче, домики. А купалки тут есть? Тут похоже для хомяков. Купалки, вот, кстати, надо посмотреть. Мне кажется, в Ашан мы с тобой поедем, за 77 рублей возьмем нормальную, вот как у меня, стеклянная. Вот этот домик, кстати, ничего такое. Но я тебе свои отдам, потому что они все равно не нужны. Они вот такие вот. И вот такой. Там я сейчас фотку ты сама выберешь. Так, а купалок здесь? Да, нету. Если убирать как птичьи. Ну да. Тут мы нашли хорошие купалки. Если, конечно, наклейку снять. Вот так поставить. И еще декор как камушки. Будет красиво смотреться. Только цену, как всегда, не пишем мы. Вот. Есть чуть поменьше. То есть ему удобно будет выходить и заходить, и песок не высыпется. Вот. Если подойдет консультант, обязательно спросим. Да? Продолжаем наш влог, собственно. Зашли в Леонардо. Вот, и сейчас будем смотреть. О боже, какая! Все, все, мое, мое. Блять. Мы прервемся на секунду, пока я тут покайфую. Кстати, 185. Ну, очень удобно, то есть оно закрывается и держит поилку. Так. Я как-то закрепить. А, ну да. Дюна, то... Вот, кстати, да, когда дюна, это проблематично. Все время вот закрывашки. Поэтому это будет спасение. Да.
Так, смотрим песочницы. Да. Все очень клево. Кто хочет колесико для хомяка? Так, ну что-то я... А, вот, вот, смотри. Это песочница. О, идеально. Ну, они, короче, все внизу, как я понял. Во, песочница, 119. Вот эти они самые такие хорошие. То есть, если хочешь, то 119 рублей. Но в Ашане 77. Ты же хомяка не сейчас забираешь, а ближе 25, ну так что чё-то. В общем, Леонардо тут есть. Кому надо. Для карандашей, тащи меня. Тащи меня, я сейчас что-нибудь куплю здесь. Ну и в общем... Дерево. Кстати, вот такие вот штуки Дорадо делает. Кто? Маркеры. Где? Пошли отсюда. Пошли отсюда. Нам нельзя здесь находиться. Все. В общем. Самое главное, до скетчбуков не чем по... добрались. Не надо, нет. Я не могу без скетчбука выйти. Я хочу скетчбук. Кстати, веночки настоящие. А, не настоящие. Рената, где мои венички? Знаешь, что я тебе скажу? Нам надо валить. Так, я застрял. Извините. Я кого-то убил? В общем, давай, прощайся. Ну, короче, всем добра. Ага. И бобра. Ага. И, короче, до встречи. Да-да. До новых видео. Уходим.